Наши люди из оппозиции на такси не ездят. Наши люди из оппозиции перекрывают дороги, чтобы такси не ездили. Я не удивлюсь, если выяснится, что он тайно посещает синагогу. По воскресеньям. Кто заказывал такси на Дубровку? Ой, то есть на Вашингтон. Я! Побывать в Вашингтоне – моя старая бриллиантовая мечта. Мне, между прочим, звонили, пригласили. Но не сейчас. Осенью. Сейчас до Бен-Гуриона не доехать. Дороги перекрыты. Это безобразие! Так издеваться над человеком, над почти инвалидом! Мне недавно даже поставили прибор, чтобы следить за сердцем. Не, вы слышали? Прибор! Он теперь будет класть на общественное мнение с прибором.